У першому бої цього турніру зійдуться харків'янин, представник клубу «Тигр» Ярослав Андрієнко та бронзовий призер чемпіонату світу 2010 року у Таїланді луганчанин Владислав Нікітін. Нашого земляка тренує батько, тож битва буде не лише за перемогу в турнирі, а ще за власне ім'я та честь спортивної династії Нікітіних. До бою Вадим Васильович зізнався, що під час спарингу за участі свого сина він майже увесь залишається на рингу. А от музикальне супроводження, Це музика, да. Не європейська точно. Звісно, це тайська музика. В Таїланді вона живає, сидить оркестр. Ну і, понятно, в записі цим пользуємося. Музика похожа во время танца і во время боя, но темп музики разный. Мы в данной ситуации, начиная серию поединков, мы поставили перед собой цель сформировать рейтинг по каждой весовой категории. Поэтому мы на сегодняшний день просто взяли лучших в этом весе. Лучших в этом весе. Вот лучших в Украине? Лучших в Украине на сегодняшний день. Это те, кто последние несколько турниров занимали, вот они между собой там первые, вторые места. А вот это уже не танец, это уже это бой, да, это первый раунд поединка, вот прекрасный джеб. Какие удары здесь допускаются? В тайском боксе допускаются, к сожалению, запрещенные, не допускаем их, да, в пах. В тайском боксе разрешаются и применяются удары руками, как в боксе. Допускаются и разрешены удары ногами по всем частям тела, в том числе по ногам. Эти удары еще используются в одной из версий, самой жесткой версии кикбоксинга. Фулл-контакт с лоу-киком. Кстати, это и взяли из тайского бокса. Это одна из визитных карточек тайского бокса. И вот эти удары, хлесткие и незаметные по ногам, они очень опасны. Человек, который к ним не готов, не умеет от них защищаться, они очень болезненны. И первые турниры, когда мы проводили, сами ездили там в Таиланд, после первого дня соревнований из автобуса половина выходит хромая. Сейчас что здесь важно? Реакция, сила удара, прыгучесть? Все здесь важно. Еще раз говорю, что очень разнообразная техника. Это руки, это ноги, это удары коленями. Представьте, насколько они быстрые и жесткие. Удары ногами. Кроме этого, еще допускается скрутки, борьба в клинче. Поэтому здесь физическая подготовка. И вот если заметите, по формуле, допустим, боя, да, в боксе там до 12 раундов. В тайском боксе максимально 5. Это связано с тем, что... Это что, нокдаун? Сейчас мы посмотрим, рефери какое решение примет. А рефери не принимает решение, что это нокдаун. То есть он подскользнулся. Да, он теряет равновесие, выносит ногу слишком далеко вперед и на опорной ноге падает. То есть рефери смотрит, в глаза смотрит за поведением соперника, это называется состояние гроги. То есть когда у человека расширенные зрачки, и он на какое-то время теряет способность контролировать ситуацию и защищать себя. Тогда бой останавливается, отсчитывается нокдаун, или в глубоком варианте это нокаут. То есть такие же правила, как и в обычном боксе? Да, такие. А вот закончился первый раунд. Дилетанту сложно определить. Было ли преимущество? Было преимущество, да. У нашего бойца небольшое преимущество по проведен дошедшим до цели ударам. То есть в тайском боксе это прикладной вид спорта, и здесь четко оцениваются удары только те, которые нанесли вред сопернику. Те удары, которые в защиту прошли или там черкнули где-то по плечу, и судьи не обращают на них внимания. Они считают только те удары, которые дошли до цели и нанесли при этом вред, какой-либо вред себе. А судейский корпус какой обслуживает? Один судья в ринге? Нет, рефери в ринге. Угу. Судья в ринге – это рефери. И три боковых судьи. Три боковых судьи выставляют очки. Вот замечательная серия, сброс. Три боковых судьи выставляют очки, но кроме этого еще есть главный судья. Главный судья, он не ведет записку, ни контрольную, ни основную. Он смотрит за ходом поединка. И в случае, если он видит, как более опытный наставник, он видит какие-то ошибки у судей в
в записках, либо всякое. Броски бывает. Тоже, я так понимаю, это сбрасывание, да, скрутки. Разрешены броски только без использования, без применения таза. То есть это только скрутки. Вот. Борцовская техника в тайском боксе запрещена. И вытягивать, скажем, с помощью спины, за счет спины или за счет таза, это запрещено. Через бедро броски запрещены. Ну, бой довольно неплохой, плотный. Ну, вес 57 килограмм. Вот, да, в печень шел. Вот. Пока доминирует наш боец. Но в тайском боксе бывает все. Очень часто мы видели. По травматичности все-таки, насколько... Я понимаю, что самый травматичный, опасный вид спорта волейбол вообще считается. Да. Но тайский бокс — это действительно очень мужской, очень жесткий вид спорта. Это очень жесткий вид спорта. Конечно, здесь присутствуют и травмы, но сказать, чтобы он даже не в десятке, наверное, самых травматичных видов спорта. Почему? Спортсмен, мы его сначала готовим для того, чтобы выйти в ринг. В тайском боксе очень мощная техника защиты. Вот если посмотрите, ну, наверное, 90% ударов, они уходят в защиту. Шановні пані та панове, дуже запальним видався перший бій «Золото скіфів». Біля мене зараз стоїть виконуючий обов'язки генерального директора Луганської державної телерадіокомпанії Віталій Гаркуша. Віталій Васильович, як вам бій? Добрий вечір. Мені кажеться, бой отличний, тому що наш Нікітенко лучше. Не тому, що він наш земляк, а тому, що держиться хорошо. Парень, я думаю, победа буде все-таки за нашим земляком в першому поєдинку. Що стосується цього телевізійного проєкту, великого та масштабного, чому телеканал «Лот» взявся за його проведення? Ну, на мой взгляд, у нас на Луганщине красочных событий спортивных хватает, а освещения на телеканалах не хватает. Именно такого жестко, красиво, красочного, этого немножко нет. Поэтому мы взялись за то, чтобы это преподнести на экране на нашем. Усі учасники цього турніру, вони досить молоді люди, буквально юнаки. Як гадаєте, чому навчить цей проект? Ну, во-первых, держаться. Самое главное, что дает этот и вид спорта, и мы надеемся, наш проект совместный тоже даст возможность посмотреть тем молодым школьникам, которые думают, в какую секцию вступить, каким спортом заниматься. Держаться, держать удары, держаться на ногах. Самое главное, что это дает. Много споров о судействе в других видах спорта. В частности, там, танцы, фигурное катание, да, и так далее. Потому что судейство непонятно, оно довольно абстрактно. Вот что был за удар такой? Удар, захват ноги и удар? Да, прихват и удар в опорную ногу. Здесь хороший удар слева пришел. Ну, в боксе, назовем его английском, классический, это уже да. пошел ну, отчет. Конечно, нет, отчета здесь нет. После вот этого удара? Да. Нет, Гроги не было, он нормально себя чувствует. Ничего бы здесь не было. Тем более это профессионалы. В боксе допускают очень жесткий. Бокс очень жесткий и очень зрелищный. На первом месте из всех видов единоборств классический английский бокс. Он, с ним спорить никто не может на сегодняшний день. Но уже подтягиваются такие виды, как муай-тай. На базе муай-тай, вот К1, К1. Мы тоже эту версию развиваем. Ну, вот она уже немножко, скажем, урезанная. Но там очень интересная форма проведения боев. Мы проводили кайван здесь у нас в Луганске, мы проводили его в Киеве. Впервые, кстати, в СНГ мы провели К1, европейский тур Гран-при. Победитель нашего тура дважды получал путевку в Лас-Вегас. Зрители приветствуют такие удары. Красивая, красивая техника, замечательная, прихват. Вот Никитин быстрее и разнообразнее, и быстрее, и сильнее. Но он еще выступает, очень успешно выступает, как раз по тому самому классическому английскому боксу. Вот даже как. Он мастер спорта по боксу. А вообще вот много видов единоборств. Огромное количество. Есть ли спортсмены, которые успешно выступают и в классическом боксе?
И есть. Я уже не знаю, и есть. В тайском боксе, да, есть. И в карате. Я не берусь судить, как правильно это называется. Ну, есть спортсмены, которые...